За последние 10 лет в России государством запущено и успешно реализуется ряд программ, направленных на улучшение качества жизни отдельных категорий граждан. К числу социально значимых проектов относится госпрограмма, которая и предусматривает субсидирование за счет выдачи свидетельств для покупки жилья. Выделяемые средства из бюджета имеют строго целевое назначение. Одним из видов данной программы является жилищный сертификат на покупку жилья для лиц, проживающих на территории пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и добровольно выехавших с данной территории в чистой местности или районы. По такой программе сертификат на покупку жилья получила семья моего сына, простояв в очереди менее даже 2 лет. Какое жилье приобрели они по сертификату? Поедемте с нами и вместе посмотрим. Приехали мы смотреть квартиру, что получил по сертификату сын. Вот такой дом. Вот. 2 подъезда сделаны. Вот он готовый. 3-й еще доделывается. Место очень красивое. Детскую площадочку поставили. Частный сектор виден. Или дача здесь, даже не знаем, что. Вид красивый. Нет таких многоэтажек. Бесподобно место. Сейчас пойдем смотреть квартиру. Стройка еще идет. Делается 3-й подъезд полным ходом. Вот он идет, застройка. Дом в красивом месте стоит. Детская площадка пока еще маленькая, потому что двор будет расширяться. Здесь он побольше. Насыпь сделают. Идет парковка неплохая. Ну, идем сейчас в квартиру. Посмотрим подъезд. Идем. Лестница широкая. Плиточка выложена, не скользящая. Это уже хорошо. Поручни обязательно сделаны. Тоже неплохо. Дверь. Тоже ждете. Дверь с домофоном. Заходим в коридор. Широкий. Сделаны. Как, типа фрески, что ли, так сделаны. Фресочки с одной стороны и с другой стороны. Вот так вот красиво смотрятся. Люстры повешены. Неплохо смотрится. Такой, дальше идем. Это 1-й этаж. Вот такая планировка. Это идет на площадке, получается. Здесь 2 квартиры. Здесь 3. Почтовый ящик, лифт. Тоже все аккуратненько. Люстры висят. Вот такое. Неплохо. Здесь люстры везде висят. Здесь лестница и спуск в небе. Лифт. Он еще в этом. Лифт. Это в строительном таком еще. Продают. Прибыли на 8-й этаж, где будем сейчас смотреть квартиру. Вадим. Дома. Вон, темно. Темно. Вот такой холл большой. Даже можно сказать огромный. Но начнем с правой стороны. По прямому идет, значит, туалет. Там будет у них кладовочка, типа кладовки, или придумают что. Значит, туалет будет, здесь ванна. Но темно, конечно, света нет. Это будет детская спальня, 14 квадратов.
Вот оно. Здесь все сделано, как говорят, под ноль. Только осталась побелка или как штукатурку потянуть, и оно подготовлено уже будет, подготовлено к обоям. Потолки можно делать, хотите навесные, хотите такие. Тоже вид неплохой из детской, хороший тоже. Нет, это дача, не частный сектор, это дача. Никакие не дачи, это частный сектор. Частный сектор. Улица идет. Жилые дома, да. Да, идем по прямой. Еще одна спальня. Либо слаботочку сделай. А здесь получается. То же самое, стены готовые, пол готовый. Можно под ламинат уже все подготовлено. Батареи, окна огромные, высота здесь 3,10, вид тоже красивый, с окна спальни будет, вот он частный сектор, дали постройки, детская площадка видна, хорошая. Идем смотреть зал, кухню. Это будет зал. Зал получается около 16 квадратов. Это зал, но здесь еще стенка не готова. Вот. Пол готов. Идет окна большие. Высота 3,10, поэтому окна большие. Выходим на лоджию. Лоджия идет вот такая тоже огромная. 15 квадратных метров. Смотрите, какая огромная лоджия. Да тут можно еще одну комнату делать спокойно. Нет. Вот она такая большая будет лоджия. Тоже все подготовлено. А вид бесподобный. Смотрите, какой вид красивый. Вид города Брянска. Весь обзор. Вот он вдали виднеется мост. Дальше идет церковь, видны купола церкви. Вечером тоже будет красивый вид. Главное, что свежий воздух. Здесь вот частный сектор и дачи. Но еще пока не знаем, что. Парковочка внизу прекрасная. Детская площадка будет там еще строиться. Будет расширяться площадка детская. Так что здесь будет очень красиво. Загорожено все. Вот он. Вид очень красивый с балкона или с лоджии, правильно. Вот так. Дальше идем на кухню. С лоджии выходу два. С зала выход и с кухни выход. Прекрасно. Можно и перегородку делать. Вот такая кухня огромная. Здесь кухня получается 17, была 19, они, да, немножко сместили зал, сделали больше. Вот такая огромная будет кухня, 17 квадратов. Став здесь все. Вот она. Вот такая будет кухня. Здесь с кухни сразу же выход. Вот такая вот большая, 99 квадратов квартира.